Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия, и я Вика. Сегодня коротенькое видео, девчоночки, собрала я вам такую небольшую подборку. Спасибо большое моей подписчице, она мне прислала ссылку на магазин, в котором собраны все брендовые вещи, все. Вот, и я собрала чуть-чуть, там очень много, я оставлю ссылку под видео в описании, вы можете перейти сами посмотреть, вот. Я собрала так несколько вещей, просто хочу определиться, что же мы будем вязать следующее, да, вот, чтобы мы связали с вами следующее, потому что уже кардиган мы подходим к финалу, вот, ну, я во всяком случае, вы тоже скоро подойдете, вот, я бы хотела что-то женское, интересненькое такое связать, поэтому собрала вот такую вот подборку. Вот, значит, подборка у меня из разных брендов, вот у меня Brunello Cucinelli, я не буду, наверное, их озвучивать, я просто покажу модель, какая разница, потом, если мы ее выберем, я в описании напишу. Вот первое, хочу отметить вам вот этот вот джемперочек, казалось бы, простой, но он не простой, сзади у него удлиненная задняя часть. Поэтому вот я бы его, конечно, сделала. Это у нас Brunello Cucinelli. Мы уже к нему все привыкли. И как по мне, он фаворит, фаворит, фаворит во всем. Ну, что касается трикотажа. Вот самые красивые модели у него все-таки. Здесь, конечно же, представлены и постарше модели. Вот это. И поновее модели. Вот сначала у меня все идет из старых коллекций, как бы, а потом уже поновее вещи. Значит, вот такие вот сочетания разных цветов, да, вернее, маленькие элементы отделки цветовой, на полосочки, хотя обычный джемперочек, да, и ничего особенного. Вот. Топик такой, ну, этот, конечно, просто затесался, потому что он был. Хотела спросить у вас за вот эту вот сеточку. Что-то я не пойму, как ее вязать. Может, кто знает, кто-то, может быть, видел где-то схему. И вот эта вот интересная модель, девчонки, согласитесь со мной. Вот смотрела, сначала мне показалось, что это вообще сейчас будет комбинация и крючка, и спиц, но на самом деле нет. Это вот смотрите, здесь близко, и видно, что это такая крученая нить, и за счет этого получается вот такие вот протяжечки, там, видите, интересный очень узор, и шишечка там какая-то, вот, вот такая вот вещица. Ну, и она сейчас в скидке, ну, скорее всего, что это старая коллекция, да. Вот этот вот джемперок, девчонки, он от Brunello Cucinelli, полосочки, полупатентная резиночка, простейший, элементарнейший, и вы знаете, обычный вот этот вот крой, поэтому ничего там сложного нет, просто полосы, комбинация двух цветов, я так предполагаю, фактур, ну, нить другого цвета там не другой цвета, а другой фактуры используется. Вот еще, знаете, на что обратила внимание, вот на воланы, вот эти две вещи с воланами. Вот я не знаю, как вы думаете, может, нам их сообразить какую-то. Вот первый, второй, во втором джемперочке, во второй мне нравится больше, который с одним воланом. Вот, вот этот вот как-то вроде бы, ну, этот спицами связан. А тут, говорят, сейчас воротники очень модные. Может, я отстала? Девчонка, вы мне хоть подсказывайте, да, что там модное, что вязать нужно. Ну, вот этот вот связан с двумя воланами спицами, а тот, который связан с одним воланом, как бы воротник, он, я склоняюсь больше к этому, с крючком, воротничок. Вот такой вот он оригинальный. Вот скажите мне, девчонки, это действительно сейчас модно?
Я такая отставшая, наверное, да? Ну да ладно, вы мне хоть подсказываете. Крючком. Сам джемперочек связан спицами, а воротник крючком. Вот на чем остановился мой взгляд, так вот на этом джемпере. Девчонки, я бы его сделала. Вот правда. Интересная вещь, связана с жемчужным узором. Смотрите, еще и вот эти вот клетки. И вот мне бы интересно, правда, было бы очень интересно поковыряться и разобраться в этом, как бы, в этой модели. Все швы у нас наружу, все узлы тоже наружу. Вот смотрите, какая интересная моделька. С этой бы я повозилась. Ну и вот тоже две модельки интересные. Не в принципе по одной выкройке, одна, короче, одна длиннее, и там еще одна с ленивым жаккардом. Вот кто, сейчас я смотрю много вещей с жаккардом, вот кто не любит вязать его, да, вот эта версия просто шикарна с ленивым жаккардом. И не заморачиваясь, интересный джемперочек. Притом можно использовать все остатки пряжи, подкорректировать, собрать, подобрать и использовать остатки пряжи. Вот эта вот вещь тоже очень интересна. Из остатков разными узорами, разными фактурами. Я бы тоже, вот мне такие вещи интересно сделать, интересно повторить. Вот одного дизайнера, две вещицы. Но здесь комбинация, у второго джемпера комбинация, видите, шитья и вязания. Тоже для меня очень интересно. Может быть, я когда-то к этому доберусь. Все-таки дойдет у меня ход к таким комбинациям, потому что задумки уже были, но нехватка времени. И еще ленивый жаккард. Смотрите, прекрасная, я считаю, вещь. Можно ее скомбинировать из остатков, опять же, остатки, и больше на вторая вещь тоже, по моему мнению, вообще бесподобно. Вот, и я склоняюсь, знаете, к чему, девчонки, я склоняюсь к тому, что я бы, конечно, либо вот этот жаккард бы связала, какой-то из них. Тут, конечно, я не знаю, как с ним, потому что здесь и японское плечо, и сложный узор, это у нас наша Лора Пиано, смотрите, ну он красив, он просто шикарен, девчонки, тут уж ничего не скажешь. Ладно, девчоночки, на сегодня я с вами прощаюсь, с вами была Вика из школы рукоделия. Вы мне напишите, скажите, чего бы вы хотели связать, я под вас буду подстраиваться, потому что я сама не знаю. Вернее, мне хочется все, но я не знаю, что интересно вам. Поэтому оставляйте свои комментарии и свои мнения. Вот, я с удовольствием прислушаюсь.